Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня 23 января. Погода у нас в Барнауле минус 33 градуса, ветерок. А вот, пожалуйста, перед вами экипаж ДПС и два сотрудника. Какой бы ни был мороз, но сотрудники ДПС работают. Как бы то ни было. Пожалуйста. Вот проверка документов. Машина подъехала. Наверное, какое-то нарушение. То есть, как бы люди-то работают. Холодно, жарко, но тем не менее работают. Потому что аварийность на дорогах России очень высокая. Хочется пожелать всем водителям, ни гвоздя вам, ни жезла, дорогие друзья. Всего вам доброго. Храни вас Господь.